Правду говорят, что бывших сотрудников не бывает. И пусть пролетают годы после окончания службы, но выправка, четкий голос, умение лаконично отвечать на вопросы – все остается навсегда. Сотрудники Главного управления внутренних дел города Ташкента не забывают о своих пенсионерах и ветеранах. В управлении координации деятельности органов внутренних дел Алмазарского района была проведена встреча с сотрудниками, которые уже вышли на пенсию, но посвятили своей работе более 20 лет. Шукурали Аскаров вспоминает, как проходила его служба, когда он работал участковым инспектором. Шу бино, уже 1981-82 года курлген. Это здание было построено в 1981-82 годах. Раньше этих колонн не было. Два входа, один здесь, а другой там, остались там же. Иногда, если эта дверь оказывалась закрытой, то люди не шли в РОВД. Они шли прямо ко мне домой, так как мой дом находился за этим зданием. Поэтому надо служить преданно и добросовестно. Целью проведения таких мероприятий является формирование духовно-нравственного и профессионального уровня действующих сотрудников. Ветераны и пенсионеры стараются помогать сотрудникам органов внутренних дел. Ведь, уйдя на заслуженный отдых, они продолжают оставаться в гуще событий и участвовать в различных мероприятиях. С государственного архива были взяты на изучение свыше 10 кинолент о сотрудниках внутренних дел, служивших с 1940-х годов до принятия независимости республики. Одна из этих кинолент посвящена семье Аскаровых, заснятая в 1983 году. Сотрудники, верные своей присяге, всегда в почете. Уз қасамиятыға сұқыдылдан қызмат қылген қадымларымыз еш қачан ұнытылмайды. Они сегодня полны энергии, сил и идей. Охотно делятся своим опытом с молодежью, передавая эстафету начатого дела. Патриотическое воспитание молодежи, участие в профессиональном становлении сотрудников органов внутренних дел, формирование положительного общественного мнения об их деятельности – вот их основная цель. Уже пейте, бізаны шарайтарымыз. Сейчас трудно сравнить те условия, которые государство создало для инспекторов профилактики. Вы оснащены специальными планшетами. Стоит только ввести данные гражданина, все отражается на экране. Я очень удивился созданным условиям. Выделяется автотранспорт, жилье в веренном им участке. Я очень рад за вас. Сегодня один из дней, когда мы отдаем дань уважения, мужеству, стойкости и профессионализму всех сотрудников органов внутренних дел. В этот день сотрудникам, которые ушли на заслуженный отдых, адресованы слова признательности, благодарности и уважения.